четверг в Самарской области кратковременные дожди. Температура днем плюс 22, ночью плюс 15. Ветер южный, порывистый, 8-10 метров в секунду. В Сызрани днем дождь, плюс 22, к вечеру плюс 13. Ветер южный, 7 метров в секунду. В Тольятти дождь, днем пасмурно, плюс 22, плюс 12 ночью. Южный ветер 5-7 метров в секунду. В Самаре днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, плюс 23, к вечеру плюс 15. Ветер южный 8-10 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 56%. Геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.